19 октября глава Ленинского муниципального района Олег Хромов провел прием граждан в военном городке Петровское. Решение приехать в Петровское и лично пообщаться со всеми желающими вызвано тем, что на этой территории накопилось немало проблем. Всего за время приема к Олегу Владимировичу с вопросами, обращениями и просьбами обратилось порядка 10 человек. Следующий прием глава Ленинского района проведет 26 октября в поселке Новодорожино, сельское поселение Булатниковское. Тринадцатого октября сотрудники территориального отдела номер 25 совместно с Главным управлением ветеринарного надзора провели рейд по проверке мест торговли продуктами питания и строительными материалами. В ходе проверки розничного рынка на 27-м километре Каширского шоссе было выявлено ненадлежащее содержание прилегающей территории, а также размещение информационных материалов без соответствующих разрешений. Устранение правонарушений находится на контроле Госсанитехнадзора. Двадцать третьего октября с 14 до 16 часов в Центральной библиотеке состоится акция, посвященная победе в Великой Отечественной войне. День белых журавлей – это праздник поэзии и памяти павших на полях сражений во всех войнах. Он появился по инициативе поэта Расула Гамзатова. По задумке поэта, праздник должен способствовать укреплению традиций дружбы народов и культур России. Народно-театральный коллектив «Тевит» приглашает на премьеру спектакля по пьесе Александра Коровкина «Палата бизнес-класса». Спектакль состоится 24 октября в 16 часов в районном центре культуры и досуга, Дом культуры города Видное.